Наталья Гвоздикова рассказывала, что по диете Аллы Ларионовой, исполнительницы главной роли в фильме «Ани на шее», худели многие советские артисты. Быстро сбросить пару килограммов можно было, на ее взгляд, всего за 4 дня особого питания. В первый день есть только отварную курицу без соли, во второй – отварной рис, в третий – овощи на пару, а на четвертый день уже и сыр с сухим вином можно добавить.